Так, сейчас, сек. Блин, теперь башка мерзнет от контейта. Что за глист? Сам ты глист. Отражает свет. Она не... У меня лампочка только сзади есть. Если я еще вот эти две лампочки включу, вы ослепнете, так что я не буду включать. Позабочусь о вас, так сказать. А, кстати, кота можно показывать. Он же там спит, я могу теперь кота там показывать. Да-да-да-да. Ля, чат, бди на кота. Хотя бы хоть когда-то. Ну да, посмотри. Ебать, жирный, он не жирный. Не, ну реально, я ж не щекастый теперь. О, о, о. Куда? Вернись обратно. Ля, идеально зеркало поставил. Ну, смотри, как охуенно. Он лег, чтобы смотреть в зеркало, как он вылизывает себе очко. Ну, смотри. Он понял, что его видно. Такой, не понял. И все, продолжил. Идеальное место для зеркала, я считаю. Все, чат, хватит, а то там 18 плюс контент пошел уже. Все, все. Так, ну заказов персонажей вроде нету. Паджика тоже нету. Ну ёпт. Игнор, понятно? Поставь что-нибудь бодрее. Что за музыка? Как фарнухи? Так, ну, тут лысый сидит как бы, поэтому и музыка такая. Давай слапнемся, я иду на мид, ты на кор идешь. Пойдет? Ё-моё, как у него микрофон страшный. Не, не пойдет. А, мы теряем деньги, чёрт! Щит. Кого взять-то, ёба-баба? Ладно, давай так. Ох, нихуя себе. Я инвокера забанил. Ха! Это был план, тактический. Так, кого он мог теперь взять? СФ в бане. Деда взять? Нет, дед скучно. Уйди нахуй. Да ебать, я умный! Ебать, это мозг активизировался! Если на кора играть будешь, ну бери. Я свапную все. Дай мне мир. Подожди, я думаю! Снайпер, блядь. Думаю, тебе там бабки идет, в рот. Да кто следующий? Кто, блядь, следующий? У нас дамагера нету тут. Пикай снайпера. Не тот твой, блядь! Блядь, ты чё гонишь, ёб твою мать. Давай свапнемся, я могу стоять этот против. Давай, го свапнем, ты с саппортом стоишь. Дай мне мид по-братски. Да я разобу, не ссы. Я Вайда хотел забанить, не того забанил. Попутал. Бля, ты попутал. Все, иди на кор, пожалуйста. Я тебе выиграю игру. Да я себе выиграю по-братски. Игру, не волнуйся. Не мид, пожалуйста. Да что заебал? Мид да мид, мид да мид. Дай мне, пожалуйста, мид. Да ты... Так. Вот. Да ты с ВДхой сработаешься. Там станчик малетник отвал ебало. Все нормально будет. Бро, дай мне, пожалуйста, мид. Не дам. Ладно, посмотрим. Заебал, блин. Отдай, отдай, отдай. Реально, и представляешь, какой больше отвал ебала был у челика, если бы я сейчас Void Spirit'а забанил? Он бы там монитор разбил от охуевания, от происходящего. Как этого зовут из Людей Икс, который лысый, типа мозговистый? Все, я Ксавьер. Отныне. Да-да-да, вот так чисто катку начал и прочитал полностью ложка. Он был инвалидом? А ты у меня ноги видишь? Ну и... Ладно, сейчас не видно. Вообще, когда ноги стримера видел последний раз? Вдруг я тоже катаюсь, ну, на это, на кресле. То, что ты видел сейчас, когда меня брили, это компьютерная графика была. Не верь. Ладно. А!
Вот это возмутительная ситуация так-то вообще-то. За такое лицо ломать надо. У меня есть охуительная идея. Можно, знаете, что сделать? Можно прокачать тайм... Блять. Короче, тройскилл прокачать на максимум. Чтобы челик охуел. Когда он будет нажимать на кнопки, я просто возьму и запрещу ему на кнопки дальше нажимать. Наверное, так и сделаю. Блинк на единичку возьму, чисто чтобы был. Чтобы можно было засейвиться от какой-нибудь хуйни. И буду максить тайм... Второй скилл буду максить. Можешь помахаться с ним. Ты не забанил бы Вайда, потому что только два раза можешь забанить героя таким образом. А, то бишь. А, было бы типа так. То, было написано то, что чел взял персонажа, да? Во вражеской команде. Это как раньше с Пуджом было. Если ты пикал Пуджа, то челик не мог взять Пуджа, потому что его уже взяли. Я понял, окей. Блин, так бы охуенно было, реально. А, я вспомнил, эти проверяли же. Энтони Шоу такую проверку делали, то что нельзя забанить постоянно всех персонажей. Просто это супер редкая штука, когда ты два бана подряд делаешь, как я сейчас. Что там у него вообще? Ну я, кстати, переживу его спокойно. Даже если он нападать будет, я фулл прокаст могу его задоджить. Блин, Баша пропил, не работает. А он ману потратил. Алло, где Баш? Ну алло. О, наныл. Так, дальше не пойду. На стакиваю шанс Баша. Все пошло. Погнали в Геншин. Ты попутал. Ты одну букву не написал. Не, две буквы не написал. Надо писать Среньшин. Да заеба. Ух ты, чуть не помер. Ясе. Так, надо момчик организовать, думаю, сразу фастовый. Черт! Фуф! Ладно, это было очень близко к смерти сейчас. А сейчас ебало. На, получай орехи. На. Нормально, кольцо потерял. Магиот. Я говорю, я читай как бумажку. Сейчас мобчик куплю, купол поставлю, вообще лицо отвалится. Главное не отлететь раньше времени. Воу-воу-воу-воу! Ебать! Жестко! Но меня вот этот крип, кстати, убил. Если бы он мне урон нанес, я бы живой остался. Мне нужно квика включить срочно. ЮВЕРС, все нормально. 250 голды не хватает, ага. Ну ладно, хуй с ним. Сколько за меня дали? 200, ну мало, я думал больше тут. 6 на пол левела раньше получил. Ух ты, он такой булочный. Но у него есть 6 левел, сейчас он может мне просто уйти. Иди сюда. Блин, был бы момчик. Жалко, момчика нет. Хуя-то уверенный. 13 голды осталось за того, как я его убиваю. Правда, придется убивать его чисто физухой. На баше надеяться нельзя в этот момент. Да ладно, руны снизу, что ли? А у него маны нету сейчас, ля. Может даже не пытаться. Типа за руны идти похуй вообще. Ага. О. Стоп. Надо подождать. Я с иллюзиями прям в куполе могу его захуярить. Плевать. Бля, на баше не заплатил, походу. Ну да, в принципе, с такими башами нападать. Такое себе. Попытаться с ним подраться или нет? Не, шанс крайне мал. Хуйня затея. Не буду пока пытаться. Тут даже не паной, что у тебя баши хуёвые, потому что шанс башей как бы, ну, 12% маловато будет. Как стоять, не можно знаю. Попробовать пойти шмотки выбить. Подойди, бля, у него еще фулмана стой, будет. Вот эту... Блять, надеюсь, он не знает. Нет, он знает. Черт, у него вард стоит. Хуёво. Я очкую теперь подходить к крипам, он меня загрызет. Где он вообще? Они ж вкусные, что Вайда нету? А то сейчас внезапно еще выскочит из инвизы, все, смерть. А вот он, кстати, прибежал на хосте. Ну, он пятерку убьет.
Так ладно, для меня это просто шанс крипов забить. Да ладно. Нихуя он долго с ним дерется. Варда нету. Вард у него вот тут стоит. Но по крайней мере я теперь буду знать, где руна находится. А че, на чеку теперь сюда приходить просто или что, где он? А половый? Странно, почему под мом не пытается меня бить. Дурачок. У него автокасты какие-то, что ли? Он постоянно одно и то же спамит. Две капли из меня просто выбил. Стой со мной, все. Не могу щит пробить. Мое сосо. Ах, опять иллюзия. Можно попробовать, но шанс крайне мал. Прям very-very мал. Что, я сейчас его убью опять? Мне раскачаться надо. Ну за баш я не заплатил просто, не работает. Не пойму, у меня типа байтит что ли или что? Все капли выбил. Абонемент на иллюзии купил, ага, но на баше не купил, не работает. Сейчас уже ныть можно, там 16% баш был. Вон на крипов зато как работает. Он меня хотят. Да не, меня точно хотят. Че, как дела вообще? Ё-мо, что-то грустно. Скиллпоинты в них не добавил, вот они работают. Я на другой рассчитываю, я думал, что у меня второй скилл будет мне жестко против Эдспирита помогать. А что план не удался, вообще не удался. Чел абсолютно похер и кнопки нажимает прям по таймдурейшену и все. Как будто так и надо. Ладно, окей, мэн. Получай. Булки расслабил, а баши прокнули. Что взять? 8 интеллект, 2 200 монет, так интересно. Мана. Фига. Это жесткая хуйня происходит. У него мана нет, да? А есть. Блин, все баши мира сейчас в этот файт ушли. Ля как башится. Ля как башится, ты красота 3! Шикарно. Я понял, почему баши не работали. Я, короче, силы копил. Шансы на баши увеличивал. И сейчас, когда вот именно баши заработали, вот все шансы активизировались. У меня купол готов. Тут, а, он трое лав остывил взял. Тут имеет смысл купить себе вот это дело. Как раз напойду сейчас на него. Поставлю купол, выжгу всю ману к хуям. И посмотрим, что он сделает. Шапка есть, чтобы голову не простудить. У меня капюшон вроде есть. А шапки нету. Что это? С ДДХ пришел. Я его угомоню. Дай мне время. Мне башку грызут. Ну да, дефуза, кстати, против папича еще работать будут. Ща дефуза будут, я их угомоню. Опять иллюзия, ты прикалываешься? А можно мне другую руну какую-нибудь? Ну, я слышал, что в доте существуют другие руны. Это уже третья иллюзия. Из скольких рун? Да-да-да, кстати, реально. Вот этим дебилоиджи выпадала хоста и ДД, а мне выпил 3 иллюзии. Во! Шансы идеальные. Все отлично, я готов. А, телепорт забыл взять. На, у меня денег нет на него. Так, чтобы его убить. Так, маледикт качал. А, БД, I need you, маледикт. Go fight. Ну, он понял меня, нет? Мой инглиш очень плох, но я, блядь, вроде бы его объяснил правильно. Снечи, да? Блядь, нет. Молюсь на баше. А у него все, у него кончилось. Он от меня не уйдет. Бам, нахуй. Где мои типчики, получай. У меня гамбургер на ВД, мне с ним сложно контактировать, типа он не понимает, о чем я с ним говорю. Бля, конечно, бегу.
А он наш. Я его сейчас захуярю. Не благодарите. Правда, не ел бы, но все равно неплохо. Мне кажется, сейчас Мастюн придет. Не хочу его встречать. А, он все еще навидошивается. Не, мне будет достаточно купола, чтобы Вайда хуярить. Сейчас мне нужно раньше таймболк увеличить. Потому пока вот это какая-то кастрированная херня очень короткая. О, вот это клево. Чисто в куполе нажимать. Раз момчик нажимаешь, дагер прожимаешь, вообще шикарно. Да блин, один артефакт пиджа другого выпадает. Правда, это на рейнджевиков? Не, ладно, пусть. Куполка, да. Блин, ворота ломает. Ой, как они стоят с сочника. Оф. Прям нападаю и все. Не думай ни о чем. Тут вот спирит где-то должен быть. Чего? А, я так и хотел. Купол в бедную белку, ну я ж убил, крики мне просто вообще. Я очковал, что если я поставлю купол, ну не на белку, то короче просто она кинет на меня свою сетку прям в дерево и я помру. Ну или купол хуёво реализует, так что ухё. Нихуя себе нахуй. Где мои типчики? На. Блин, это был последний тип. Тебе оно не надо. Сейчас, белка подстанет. Я посмотрю, как ногу бьет. Хуя себе, три баши подряд. Бля, не могу забрать. А, секунду, вот твой волк, давай так. Что он такой душный, я не знаю. Тут часто встречаются такие душные челики. Злые какие-то на весь мир. Ну-ка, папич. Папич Бишарда. Это сейчас шанс его убить. Диффуза есть. Самое то. Хорошо, сейчас купол будет. Ну да, я ему всю ману выжгу за один прокат. За один купол. Дальше идет. Блин, развернулся, сука. Нихуя ты, бубуй. Вот сука, блять, хотел засейвить твою жизнь, в итоге себя похоронил. Лучше бы я вообще ничего не делал, лучше бы я забил хуй, лучше бы он просто сдох там и все, и было бы заебись. Я хотел в соло его убивать, вот я все, и вот белку ну хуйню словил, и кубаны хуй ту аппаратос, я все в себя, именно этого я и боялся, именно поэтому я и хотел купить БКБ. Чел забайтил меня на какую-то тупую драку, и я сдох. Давай, нападай. Ну. Там с даггером, нет? А, ну вот догонит? Должен. Я без купола никуда теперь не пойду. Я тут пытаюсь 70 теперь БКБ дофармить, чтобы мне никогда больше эта белка гребана не цапнула. Урсич убил ВК. Вот было бы то же самое, кстати, если бы я не помог ему в тот раз. Просто если бы я соло на Папаню нападал, я бы его убил. Ну там 100% убивание было. А челик непонятно зачем за ним гоняется. У него же даже диффузов-то нету, чтобы его цапать. А он и не планирует их покупать. Ого. Не сегодня. Воу-воу-воу-воу-воу. Нихуя себе, ебать. У него дробовик? У него реально дробовик. Нихуя себе. БКБ нужно срочно. Не знаю. Эй, блин, ты блока. А он забрал все-таки. А вот его, кстати, не факт, что я за купол убьем. Урона, скорее всего, не хватит. Надо снова пытаться на белку ставить. Но если они так будут стоять, то все шансы есть. Так.
Серию снял, прекрасно. А что ж у меня типает-то? А, блин, лучше бы ты аппарата запер. Ой, аппарата. Какого, блядь, аппарата? ВД. ВД, ВД, ВД. Что я сказал вообще? ВД. Что-то я поплыл немного опять. Тут Стивар стоит. Я себе почти на БКБ наскреб. 400 голды надо дофармить. Он взял себе шар. Не надо забывать, что у челика там тревела есть. Он сейчас в любой момент может просто появиться рядышком. Нужно быть наготове. Копейки остались. Ну все, я готов. Отлично. Войд 0 дэмэдж. Это он сейчас мне говорит? А как я мог нанести дэмэдж, когда я в лесу был? Странный, конечно, мозг у гамбургера этого. Типичные доебы из могилки подъехали. Сука, я на вас отвлекся, сейчас сдохну из-за этого. Алло, блядь. На кой хуй вы это пишете вообще? Чтобы что? Я бегаю, жду, когда у меня купол откдешится. Ждал, когда БКБ появится. На кой хуй я вам нужен без БКБ? Вы сейчас меня отвлекли, я сдох. Я вас замучу сейчас на... Че у него 2500 хп, охуеть. Сложно будет. А, пришло осознание, что Энрей что-то может сбрасывать. Да не все еще играет, то можно выиграть спокойно. Очень неудобно. Пизда. Ну я уже в тильте сейчас. Я ошибку совершил. Еще несколько раз. Нихуя себе. Я столько всего сейчас потерял из-за этот, из-за вот эти микромоментики. Все свое преимущество, все, что у меня было, просрано. Я даже подходить туда не буду, пока у меня БКБ в ХД. Так, один помрет. У меня БКБ в ХД. Я не буду нападать. Клёво. А что с башней? Понял, башню пропил. Отлично. Так, дробовик вроде бы только у Вайда есть, да? У Белки же нет дробовика, нет, у него есть алебарда. Но БКБ все равно придется нажимать по любасу, прям в куполе. Считай, купол, БКБ, это все. Манту лучше, на кой хуй мне манта? Мне урона не хватает. Нагоним. Так, ну теоретически он умирает уже, нет? Он под маледиктом? Да, он под маледиктом. Охуенно урона выскочила. Давай сюда, Шляндра. Вообще урона не хватает. Ага, сдохли два саппорта, что ли? А, нет, там чел байбекнулся, окей, понял. Кажется, он за мной охотится. Мне кажется, так и есть. Ага, ищет, ищет меня. Не понял. Что за странное перемещение? Похуй. Сейчас по классике еще Глив должен порастраться на бараке. Так. Так, готово.
Окей. Мне нужно 35 секунд сейчас просто как-то выждать этот момент. И не просрать его. Только один раз. Дерьмо. Просто хуево. Хуево. Как-то плохо все. Мне нужен купол, которого нет. Нужно БКБ, которого нет. Я в дерьме. Так, стоп. Ниже белка. Хорошо. Так, радиосфера. Я не собираюсь это проигрывать. Долго еще рефреш так-то копить. Стоп. Там они глиф на Т1 уже потратили, эту вышку я вроде могу спушить. Да, они не дефают, отлично. Если честно, Малеха Мом мешает жить сейчас. Потому что из-за него я не могу на кнопки нажимать. Бабочку или сатаник? Не-не-не, мне нужно этот. Скорость атаки. Бампирик-то мне не особо нужен. Я могу шмотку лесную взять на вампирик, а скорость атаки нужна. Хоть и талант у меня есть уже. Так, драка хуёво началась. Пойду вписываться, хуй делать. Ай, красота. Чётенько, чётенько получилось. Вообще красиво. Отлично. Не уйдет. Тупо не сможет. Все, рефреш готов. Так, только с рефрешем мне нужно за компанию еще 3 манга носить, потому что не будет хватать. Да, не будет хватать денег просто. Ой, мана не будет хватать. Молнию почему не сделал? А, миссы. Неудобно. Блять, продать диффуза нет. Мне нужно слот под мангу. Или ботинок еще продать. Все. Теперь я готов полноценно хуяриться. Главное просто успеть нажать на БКБ. Там Рошан был вообще? Его никто не забрал, что ли? Да ладно. Хеллоу. У кого миссы? У белки. Может, ничего поинтереснее есть? Погоди. О, на Рошана чапает молодой. Я на охране буду. Его пасут. Надо быть наготове. Пока. Это только папич. Угу. Блять! Вот хуй-то! Вот доебался! Нет! Хорошо. Папези убили? Серьезно, папич Аегу забрал? Вы шутите надо мной? Надо было Рошан добить. Помните, Руса говорил, что катку выиграет? Хуярит молодой, вообще как не в себя. На байбек не хватает 200 голды. Ебать. Похуй. Его нельзя отпускать. О, меня засейвил. Ай, спасибо. Плевать. Похуй. Так, пушить походу не можем.
15-15. У них одинаковый счет. Лори 15, 8-12, 15-8-12. Ла, жестко. Стоп. Мне вот это надо. Мне вот свой спирита могут цапнуть. Угу. Он где-то здесь, блять, я его не вижу. Второго сучара. Боже, какие пасы, ебать! Эх, был бы у меня тип, я бы тебя сейчас типнул. Я ж думал, баши не прокнут. Нужно урон увеличивать, все равно урона мало. Конь доебал, сможет взять, не знаю, там что такое, Майл Шторм может взять. Что такое? Пробивающая. Че же взять? Доебалось. Но мне нужна манга. Если убирать манго из этого места, то мне нужно брать, наверное, глипнир какой-нибудь, чтобы интеллект был. Доедалось. У меня есть идейка, короче, как можно сейчас собраться. Но мне нужно увеличить свой монопол, потому что мне не хватает на прокаст. Каким-то образом. Муншар себе засунуть не вариант, дифуза продать как бы можно. Но это потом. Можно вообще кардинально просто взять и рапиру ебаную купить, а где-то это будет точно урона хватать. Но это будет такой рискованный момент. Мне придется сейчас мушар себя засунуть, но я зато буду с рапирой. Пошло дело. Ну урона теперь мне точно будет хватать. Маны будет хватать, потому что у меня будет манга. В принципе норм. Главное сейчас не просрать. Не ходить вот так вот, как я сейчас. Поймают разок, но что-то не поймали до сих пор. Угу, вижу сверху хуйню. Стоп! А, это его... Понял. Скорость атаки у меня в куполе есть, талант. Этого будет хватать. Ой, башек, ой-ой-ой-ой-ой-ой, ядрить ему на баше везет. Ой, красиво. Так, возможно, рапиру заметил. Мне нельзя рисковать, у меня рапира. Я в сторонке буду стоять. Так, сразу по съебам. У него автоказ какой-то стоит. Куда Руса вообще пошел, блядь? Плохо. Пятьдесят секунд до купола. Переждите как-то. Ебать, там наверху пачка. Нужно пачку сверху отдефать. Ничего, что они в муте, так это не значит, что они меня не слышат. Бы в этом прикол. Ой-ой-ой, как ебашь от Нурси. Ой-ой-ой, давай, последнюю пиздюлю ему. Ой, красиво. Могёшь, умеешь. У меня есть супер тупая идея. Можно, в общем, короче, купить себе хекс. Или октарин вообще какой-нибудь. Октарин? И сверху еще кладешь себе вот это дело. И просто на похуй идешь. У тебя все очень быстро кадешится. Все, купол ешь, рефреши есть, надо идти по миду. Блять, не помирайте там. Так, хорошенчик. О, огонь морошен, вообще охуенно. Да блять!
Оставь меня гоним. О. Сейчас выскочит кто-нибудь. Так, вижу. Здесь я медленный. У меня Ега. Мне еще БКБ осталось одно. Хорошо. Еще раз. Что с ебалом? Бля, капец он быстро мою башу дефает. Нужно базу задефать, там крипачка огромная просто. А, у нас и крипов рядов нет. Блять. Я задефаю. Так, Виакторин, короче, беру, наверное. Пока денег нету. Хекс реально бы не помешал. Если так подумать, я бы мог хексом цапать челика. Того же вот White Spirit'а можно было бы хексом цапнуть. Там красиво получилось бы. Ну, прогресс, я вышел смысл. Я бегу к вам. У меня сейчас купол будет через 15 секунд. О. А Егу есть. Похуй. Не хочу рисковать, опасно, блять. База горит опять, сука. Я не хочу рисковать. Так. Где Октарин? Берем Октарин, в общем, и вот эту шмотку. Наверное, все-таки или нет. Оно мешает перезарядку только заклинаний, то бишь она будет понижать только купол мой дефолтный. И все. Но это будет не 140 секунд, это будет меньше гораздо. Ну-ка. 158? Что? В смысле? 123? Чего? 118, 92. Ага, так смотри-ка, блядь, она тоже работает, оказывается. Хоть написано, что перезаряд идут только заклинаний. Ха-ха-ха, все. Мы измор бойца взяли. Папич в нашем лесу. Блядь, БКБ наготове держу просто на очки, нахуй. Так, ладно, я их размучу. Я уже остыл. Эту жопу подгорела немного от происходящего. В один момент. Арды, ставьте, ребята, везде, везде. Блять, как вот тихо сюда. Было, как прекрасно игралось в эту игру, когда было тихо. Мы просто тупо пушим. А-а-а. Так, я готов, в общем. Надо по миду давай, пачку давай. Толкнуть, потому что пачка постоянно пушит. Без Марса ничего не сделать. Вот теперь это цапну. Изи катка будет. В саппортах сначала. Главное выйти теперь это. Там вард тут. Похуй. Вард. Так, еще один есть. Все. Go. Надо по миду дальше пушить сейчас. Так, я наготове. Сорян, так надо. О, бля. Дэшка не жмется, ебать! Это приколы. Полегче там. Нихуя себе Сайленс выскочил. Ща.
Я по миду сейчас сломаю эту хуету, потому что он постоянно пушит, аж раздражает, блядь. А все, это конец, конец. Ой, ливнул на Void Spirit. Утю-тю-тю-тю. Хорошо, это камбэк, ребят. Кирос, верни. Изи катка не почувствовал, как горит. Я ж сказал, что я там выиграю. А чат не верил. Всё-то стоило челиков замутить, сразу с максимальное сосредоточение поймал и катку выиграл. Во, так и надо делать. А, бля, выпути. Изикатк не почувствовал. А нытья-то было, блин, реально. Если бы в тот момент меня не отвлекли, вот в тот момент, если бы меня не отвлекли, вот всей вот этой бы хуйни 60 минут не было. Просто меня отвлекли в тот момент. Сори за токсичность, конечно, у меня реально жопа в момент загорела, но я камбэкнул все-таки. 9 раз вот спирит убил, нихуя себе. Восемьдесят две тысячи урона. Неплохо, неплохо, нормально, неплохо.